Не суждено было увидеть родную землю братьям Афанасьевым, Павлу, Василию и Анатолию. В семье сохранились письма Павла с фронта, их передала в музей сестра Екатерина Ивановна. «Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие родители, мама и тятя, Валя и Катя, Надя, Аля! Всем я вам шлю по сердечному пламенному привету и желаю я вам наилучшей жизни! Катя, во-первых, я вам сообщаю, что письма от вас получаю, за что большое спасибо. Катя, опишу про себя. Живу я пока ничего. Кормежка хвалиться не приходится, но жить пока можно. Скоро получим летнее обмундирование. Да вы пишете, что у вас уже как лето настало, а у нас даже еще и таять не думает. Еще ходим в шубах и пимах. Но ничего, к июню у нас будет весна. Катя, Ефим, передай тяте привет. Катя, больше заботьтесь о маме и тяте, они уже старые стали, их надо поддерживать и помогать. А пока до свидания, остаюсь жив и здоров. Афанасьев Павел, 26 апреля 1944 года».